статистические данные, которые мы получаем в ходе переписи, они абсолютно уникальны, и мы не можем их получить из иных источников. То есть это та информация, которая получается раз в 10 лет. Численность населения, количество домохозяйств, количество семей, фактическая безработица, занятость населения, маятниковая миграция, дополнительное образование, желание людьми или женщинами фертильного возраста рожать детей, сельскохозяйственная деятельность населения. Это все данные, которые мы получаем. А, кстати, даже и то, что мы собираем информацию по благоустройству жилищного фонда, мы тоже это получаем раз в 10 лет. Поэтому все данные, которые вы видите в нашем переписном листе, они абсолютно уникальны, и нигде более эти данные ни из каких регистров, ни административных данных получить невозможно. В соответствии с законом о переписи населения Республики Беларусь все предоставленные личные данные являются конфиденциальными. Белстат строго следит за соответствием этому принципу. Мы обеспечиваем как конфиденциальность, так и безопасность этих данных. Данные не представляются ни налоговым, ни контролирующим, ни любым органом. Органам государственного управления для принятия управленческих решений представляются только агрегированные данные. В этой связи Белстат четко следит за тем, чтобы эти данные были закрыты. Реально сегодня мы фактически уже, можно сказать, на очень высоком уровне подготовки к переписи. У нас готовы и масштабировано программное обеспечение для планшетов, для переписного персонала. У нас готов программный фактически продукт по интернет-переписи. Сегодня идет тестирование. До 16 числа, фактически уже осталось совсем мало времени, мы набираем переписной персонал, заканчиваем набирать переписной персонал. С 17 числа мы начинаем обучение. Ну а 4 числа я приглашаю всех принять участие в переписи.